Таңертең қалмасыншы, құлазып көңіл тағы. Ассалаумы ғалекім, арнада тобылтаңы баршаңызды бүгінгі келіфеткен сенбінің сәтті күнімен шын жүректен құттықтасақ болатын шығар, себебі бүгінгі күн демалыстың бастауы десек. Баршаңызға қайырылтан қазақ елі күндеріңізге сәттілік тілейміз, тобылтаңы сіздермен бірге. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире телеканала Костанай, программа «Тоболтана». В ближайшие полтора часа мы с вами по традиции сделаем зарядку, узнаем прогноз погоды и поделимся полезными советами в рубрике «Лайфхак». И это далеко не полный список всех тех дел, которыми мы займемся сегодня в студии. По традиции мы, Диас Наспаев и... Бахчан Алькибаев. Құрметті көрермендер, көтеріңкі, көңілкі, жағымды жаңалық. Пайдалы ақпарат. Осының бәрін таңертең теледидардың алдында термеріп күтіп отырсаңыз, ендеше алыстамаңыз, тобыл таңы бағдарламасында бұның барлығы болатын болады, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар дейміз. Уважаемые телезрители, на улице сегодня достаточно тепло, если сравнивать с предыдущими днями, ветер не такой сильный. Но какой погода будет сегодня, более точно расскажут наши синоптики. Прямо сейчас прогноз погоды, дорогие друзья. Дорогие друзья, сегодня 6 марта, это специальный субботний выпуск. В это раннее прекрасное утро мы с Бахджаном не спим, проснулись и дарим вам прекрасное настроение в этой студии. Дорогие телезрители, начинайте каждое утро вместе с нами, вместе с телеканалом Костана и программой Тобултана, и ваш день пройдет более продуктивно. Бәрекелді, оған келіспеске амал жоқ, дес өте дұрыс айтты. Ең жақсы деген жаңалықтар, көтеріңкі көңілке, әсем әуезді ән, және де керемет сүбелі сұхбаттың куәгері болғыңыз келсе, міндетті түрде Қостанай арнасындағы тобыл таңы бағдарламасын жібер болмаңыздар. Біз бүгін сенбі күніне қарамай, дес екеміз сіздер үшін жақсы-жақсы жағымды мәліметтермен бөлісу үшін келіп отырмыз, шығып отырмыз. Сондықтан 54-39-04 бұл біздің тікелей эфир нөмірі, хабарласып, ой салып, пікір қалдырсаңыздар болады, бізбен бірге болыңыздар дегіңіз келеді, біздің арнадан алыстамаңыздар дегіңіз келеді. Құрметті телекөрермендер, құрметті достар, таңды міндетті түрде енді әрбіріміз күйбең тіршілікпен жүргендіктен таңғы жаттығумен бастауға қолымыз тимей қалуы әбден мүмкін десек те, ғалымдардың айтуы бойынша таңғы жаттығумен басталған таң ол міндетті түрде сәтті де тәтті болып өтетініне елестетіп, осыны естеріңізден шығармаңыз дегім келеді. Уважаемые телезрители, как правильно сказал Бахджан, мы работаем в прямом эфире телефона 6 студии 54-39-04, код города Костанай 8-714-2. Звоните, чтобы просто нам пожелать доброе утро. Может быть, у кого-то из ваших родных, близких, друзей, знакомых сегодня день рождения, либо же другое знаменательное событие. Звоните, мы ждем ваших звонков. Также напоминаю, что у нас есть номер WhatsApp 8-707-233-71-73. Вы можете написать на этот номер свои пожелания, может быть, утренние поздравления. Также это еще не все. У нас есть свой официальный сайт, который называется kostanaytv.kz, где вы можете посмотреть про наши программы в формате записи. Бәрекелді, осының барлығын естеріңізге сақтап алыңыздар, болмаса қағаздарыңызға жазып алыңыздар. Әлбетте, біз сіздердің көңілдеріңізді көтеру үшін барлығын жасауға тырысатын боламыз. Негізі, жаңағы жаттығудың тақырыбын әрі қарай жалғастыра кеткім келіп отыр. Егер де
жаттығуды жай ғана тыныштықта емес, музыка тыңдап жасайтын болсаңыз, ол сіздің күніңіздің өнімді өтуіне ықпалын тигізетіні сөзсіз екен. Бұл енді менің сөзім емес, ғалымдардың пайымдауынша деген екен. Шынтуайтына келгенде, спортпен айналысып жатқанда музыка тыңдаудың ешқандай да зияны жоқ. Ол біздің тек көңіл-күйімізді ғана көтеріп қоймайды, сонымен қатар жақсы нәтиже көрсетуімізге де себепкер болады екен. Біріншіден, жаттығу сәтінде музыка адамның көңіл-күйіне әсер етеді, ал екіншіден, жаттығу қарқынына қарай музыканың шапшаң әлде бәсең ойнап тұруы да рөл атқарады екен. Жүректің соғу ырғағы музыка мен ырғағының бір-біріне үндесіп, шаршауыңызды бәсеңдетеді екен. Сондықтан тек қана жаттығуды тыныштықта жасамай, әлбетте жақсы көңіл-күйді көтеретін музыканы тыңдап та жасаған керемет екенін естеріңізге салғым келіп отыр. Дорогие друзья, я поделюсь сейчас с вами своим опытом. Если я прослушиваю утром какую-нибудь прекрасную композицию, не обязательно на русском, может быть и на казахском языке даже, мой день проходит более продуктивно, и чувствую я себя более бодрее, с людьми мне хочется общаться, и веселее на душе, что ли. Прямо сейчас, чтобы вы тоже прочувствовали на себе это ощущение, для вас звучит прекрасная музыкальная композиция. Сенің жүзің ақтаңдай, бір бақыт сені күнде көру. Мана жүрек барын бағын тапқандай, арманым мендей бірге болу. Айналайын айдай маралым, ақ жүзіңе тоймай қарадым. Жүрегіме байлай аламын менің бағалым. Шекер балым тәттімсің, көрмесем көзде сылғым мелес. Әнім менің саған айтқан сөзім жын, сенбеуің бірақ мүмкін емес. Айналайын айдай маралым, ақ жүзіңе тоймай қарадым. Жүрегіме байлай аламын мен бағалым.
Қайырлы таң, қазақ елі. Арнада тобыл таң бағдарламасы. Керемет, әуенді, әуезді. Әннен кейін біз бағдарламызды әрі қарай жалғастырамыз. Басында айтып кеткеніміздей, шынымен де музыканы тыңдау, музыканы жалпы енді жаттығу кезінде болсын, басқа жұмысқа баратқан кезде, келе жатқан кезде, үйде болсын, жалпы әуен тыңдап жүру көтеріңкі көңіл-күйдің ең басты бір себепкерлерінің бірі болып табылады екен. Ал сіздер бізбен бірге болсаңыздар, бұдан да жақсы керемет ақпараттарға құлақдар болатындарыңызды естеріңізден шығармаңызда 54-39-04 бұл біздің тікелей эфир номері, хабарласып, ой қосып, пікір алмасаңыздар да болады. Және де бүгін қандай да бір қуаныштың иелері болса, дәл осы біздің студиямызда тікелей эфир арқылы құттықтасаңыздар болады. Ең бастысы, біз айтқан нөмірді жаттап алсаңыздар болғаны. Барлығыңызға бүгінгі күнде, сенбі күнінде, демалыс күніне қарамастан, сәтті болуын, өнімді болуын тілейміз. Ал күннің сәтті болып басталуы, жақсы болып басталуы, ол таңғы асқа, әлбетте таңғы жаттығуға да байланысты екен, ұмытпаңыздар. Дорогие друзья, доброе утро! Мы говорим вам сейчас специально для тех, кто только что к нам присоединился. Кто-то рекомендует зарядку как лекарство от всех болезней. Кто-то же напротив говорит, что организм, мол, рано утром еще не проснулся, и нагружать его категорически нельзя. Это даже противопоказано врачами. А какого мнения придерживаетесь вы по этому поводу? Можете написать свои мысли, мнение по номеру 8 707 233 71 73. Нам с Бахаджаном будет очень интересно послушать ваше высказывание, возможно. Еще я рекомендую вам каждое утро выпивать стакан воды, а желательно с лимоном, так сказать, чтобы запустить метаболизм в вашем организме. Начинайте день с нашими советами, с нашей программой, и ваш день пройдет более продуктивно. Я думаю, что вы заметите это сразу же через буквально несколько дней. Дорогие друзья, прямо сейчас рубрика 3-4, но сразу после мы продолжим. Достар, доброе утро, дорогие друзья. По традиции рубрика 3-4. И сегодня ребята приготовили для вас еще один замечательный комплекс упражнений. Начнем непосредственно весь силовой тренинг. Он начнется с отжимания. Отжимание у нас будет делиться на три отделения. Первое отделение будем отжиматься широким хватом, второе отделение будем отжиматься средним хватом, и третье отделение будем отжиматься узким хватом. Мы сейчас вам объясним и покажем, как это делать. Так, Алексей, прими упор лежа. Так, широкий хват у нас должен быть шире плеч. Шире плеч. Локоть, но нужно сгибать не во внутреннюю сторону, а в наружную, чтобы локоть смотрел прямо вот в сторону. Начинаем. 3-4. Раз. Опускаемся, поднимаемся. Внизу делаем небольшую паузу. Теперь опускаемся, вдох, пауза, поднимаемся, выдох. Еще раз два раза. Раз, пауза, поднимаемся, выдох, два. Еще раз, два. После этого ставим руки на ширине плеч. То же самое, также продолжаем дышать. Когда мы опускаемся к полу, делаем вдох. Опускаемся к полу, делаем вдох, пауза, поднимаемся, выдох. И таких пять раз пошел. Два. Не торопимся, делаем в среднем темпе. 3, 4, 5. И теперь узкий хват. Узкий хват будем ставить, ладони ставим перед собой, чтобы руки у нас сошлись в треугольнике. Большой палец и указательный палец. Все, начинаем. И 3, 4. Опустились, пауза, поднялись. Не забываем дышать. Вдох, пауза, выдох. 3. Вдох, пауза, выдох. 4. Опять вдох, пауза, выдох. 5. И в таком режиме мы делаем 4 подхода. Вот такой вот полезный комплекс упражнений. С вами была Анастасия Серикова. До новых встреч. Рубрика 3-4. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 6 марта, и это значит, что приближается самый, наверное, любимый праздник всех женщин – Международный женский день.
Сейчас я предлагаю вам провести небольшой исторический экскурс и узнать все-таки, как появился праздник 8 марта, его обычаи, возможно, традиции. И, уважаемые мужчины, осталось всего несколько дней, и вам придется хорошенько раскошелиться на подарок. Изначально праздник 8 марта появился из-за желания трудящихся женщин быть услышанными и иметь равноправие в жестоком мире мужчин. В самом начале предполагалось, что 8 марта не будут отмечать широкими застольями, не будут приглашать много гостей, родных, близких, друзей, и подарки были необязательным условием. Предполагалось, что в этот день, 8 марта, колхозницы и все трудящиеся женщины будут выходить на улицы города и открыто заявлять о своих правах, потребностях и проблемах. По одной из версий, начало женскому движению и по совместительству празднованию 8 марта положило выступление нью-йоркских ткачех, которые в 1857 году якобы вышли на улицы города, стуча в пустые кастрюли. Таким образом, они хотели заявить о своих проблемах, о себе, любимой, конечно же, и заявить о том, что им нужно повышать скорее зарплату. Дорогие женщины, я поздравляю вас с этим прекрасным днем, конечно же, наступающим женским днем. Желаю вам всегда оставаться такими же прекрасными, милыми и красивыми девушками. Ну а мы, мужчины, со своей стороны, правда, Бахаджан, обещаем делать все для того, чтобы каждый ваш день был все более насыщеннее, ярче и прекраснее предыдущего. Әлбетте, әлбетте, сөзіңге мен де қосылам, шынымен де біздің аналарымызды, әпкелерімізді, барша нәзік жанды, қауымды келе жатқан 8-ші наурыз мерекесімен шын жүректен Тобыл таңы бағдарламасының атынан, Диас екеуміздің атынан шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті әйелдер қауымы, құлпырып, жайнап жүре беріңіздер. Сіздер бар кезде әлемде сұлу, табиғат та сұлу, барлығы да сұлу. Сұлулық әлемді құтқаратыны сөзсіз. Ендеше сіздер сұлу болып жүрсеңіздер, әлемге ешқандай да қауіп төнбесі анық. Баршаңызды келе жатқан осындай керемет мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңағы Диас шағын ғана тарихына тоқталып кеткен болатын. Енді уақыт өте келе ит үрет керуен көшет демекші, бұл мерекенің де сипаты сәл өзгеріп, бүгінгі таңда жақсы бір керемет отбасылық мерекеге айналып жатқаны өздеріңіз байқап отқан шығарсыздар. Сондықтан бұл мерекені құрметті ерлер қауымы, жігіттер, достар, үйде мейлінше нәзік жандыларға құрмет көрсетіп, мейлінше қамқор болып, мейлінше қолымыздан келген істерді жасауға шақырамын. Ол мейлі тамақ істеп беріңіз, тіпті болмаса үй жинап беріңіз, тіпті болмай жатса жай ғана жақсы бір сөзбен ғана көңілдерін жылытсаңыздар, ол кісілерге одан артық ештеңенің де қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан құрметті әйелдер қауымы, сіздердің бар болғандарыңызға көп рахмет. Барлықтарыңызды осы келіп жеткен келе жатқан 8-ші наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Және де құттықтай отыра жақсы бір әуезді әнді сіздердің құрметтеріңізге арнағымыз келіп отыр. Сіздер үшін жақсы бір әуезді ән. Алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Красиво сказал Бахаджан. Не знаю, может быть, кому-то покажется, что мы рано поздравляем нашу прекрасную половину человечества, но разве нужен повод, чтобы поздравить наших прекрасных дам? Тем более, насколько мне известно, сегодня пятница, и во всех организациях, будь то госучреждения, не только сегодня, именно сегодня, 6 марта, поздравляют наши прекрасные создания, мужская половина человечества. Дорогие друзья, прямо сейчас в честь этого прекрасного праздника для вас звучит музыкальная композиция. Сүйген жүрек өмірдегі тірек күні-түні соға саған бақыт тіле сүйген жүрек сағынған жылаған жүрсін деп тынамын тәңірден сұраған сүйген сені жүрегім мен де болып бір
жүрей өмірдегі тере күні түні соғар саған бақыт тәле. Осындай жақсы әуезді құлаққа жағымды әннен соң біз бағдарламызды әр қарай жалғастырамыз. Баршаңызға құрметті достар, қайырлы таң дегіміз келіп отыр. Әлі оян алмай жатсаңыздар, әлі де жылы төсектен тұра алмай жатсаңыздар, Қазақстан Қостанай арнасын қоссаңыз, болғаны тобыл таңы бағдарламасы сіздің көңіл күйіңізді көтеріп, әуезді әнмен күніңізді әрлеп беруге уәде береміз. Құрметті достар, бүгін сенбі 6 наурыз. Жалпы енді әр күні өзіндік бір ерекшелігі бар, әр күннің өзіндік бір мейрамы бар, әр күннің өзіндік бір айтатын іс-әрекеті, жоспары бар. Анық, бүгінгі күн біздің есімізде несімен қалған, қандай бүгінгі күнде мерекелер бар, думандар бар, қызықтар бар, ол жайлы біз міндетті түрде айтатын боламыз. Және де бізбен бірге болып 54-39-04 нөміріне қоңырау шалып, өзіңіздің ойыңызды білдіре кетсеңізде болады. Біз Диас екеуміз сіздердің хаттарыңызды, хабарларыңызды міндетті түрде күтетін боламыз. Дорогие друзья, знали ли вы, что сегодня отмечается Международный день зубного врача? Стало интересно? Сейчас расскажу вам более подробно. Сегодня празднуют свой профессиональный праздник кто? Конечно же, стоматологи. К ним присоединяются все преподаватели, интерны, студенты профессиональных медицинских вузов. Цель праздника все-таки обратить внимание широкой общественности на то, что нужно регулярно чистить зубы и повысить престиж работы зубного врача. Уважаемые дорогие женщины, помните, что ваша шикарная голливудская улыбка зависит от здоровья ваших зубов. Бәрекелді, керемет негізі мереке деп ойлайым. Енді кейбіреулер бала кезімізде бұны жақсы көрген жоқ қысқатты, бірақ есейе келе тіс дәрігерінің қажет екенін өздеріңіз түсініп отқан шығарсыз. Жалпы осы тұрғыда бір екі қызықты мәліметпен бөліскім келіп отыр. Қазіргі таңда Британия елінде тіс протездерін сыйлыққа сыйлау ауқымды түрде жүріп жатыр екен. Бұның басты себебі неге деп ойласаңыздар, адамдар тістерін ерте жоғалтып аламыз деп қорқып, қазірден бастап соған дайындық ретінде бір-біріне сондай тіс протезін сыйлап жатқан екен. Тағы да жақсы бір қызықты мәліметпен бөлісе кетейін. Бәрімізге белгілі Джордж Вашингтонның тарихта естеріңізде болса, тыңдап бір жерден түрткен мәліметтеріңіз болса, өздерінің тістері болмағаннан кейін Джордж Вашингтон өзі бағып өсірген 6 бірдей жылқысының тісін мұқият қарап, міндетті түрде өздерінің көмекшілеріне күн сайын тазартып өтуді уәде етіп, яғни бұйрық қылған екен. Сонымен қатар осы тақырыпты әрі-қадай өрбітетін болсақ, аңызға айналған музыкант Джон Леннонның бір ғана тісі 2011 жылы аукционда 30 000 долларға сатылған екен. Сондықтан, құрметті достар, өздеріңіз көріп, біліп отырған шығарсыздар, бұл тіске деген адамдардың қарым қатынасының қандай болу керек екен. Тіпті жоқ деген күннің өзінде сол тісіңіз ертең сізге табыс алып келуде мүмкін. Сондықтан денсаулығымызға мұқият қарайық, және де өз күтімімізге өзіміз міндетті түрде жауап беру жүрек. Да, действительно, Бахуджан, проблема зубов сегодня, на сегодняшний день очень актуальна. Дорогие друзья, у меня прямо сейчас есть к вам вопрос. Что же предпочитаете вы пить по утрам? Чай или кофе? Очень интересный вопрос, я так думаю, на который вы можете ответить, написав нам в личное сообщение по номеру 8 707 233 71 73. Нам с Бахуджаном будет очень интересно послушать ваше мнение по этому поводу. Ну а сейчас мы все-таки ответим на ваши вопросы. Что нужно пить по утрам, что не так вредно? В рубрике «Ответ есть». Кофе бодрит. Едва ли не первая ассоциация, которая вызывает у многих слово «кофе» – это бодрость. Специфический бодрящий эффект этого напитка был известен еще много столетий назад. Но и сегодня ученые и производители продолжают изучать его, открывая для себя и потребителей все новые и новые его свойства. Так почему же кофе бодрит? Ответ есть.
В результате обжаривания кофейных зерен образуется кофеоль. Это маслянистое вещество с остро выраженным запахом, обеспечивает специфический аромат кофе. В составе кофеоли содержится более 220 химических веществ. Каждое вещество специфически влияет на организм, но наиболее выраженное воздействие оказывает содержащийся в кофе в большом объеме кофеин. Этот алкалоид также можно найти в какао, листьях чая, орехах кола. В сырых кофейных зернах содержится от 0,7 до 2% кофеина. Содержание кофеина в обжаренных зернах зависит не только от их сорта, но и от их степени термической обработки. Чем сильнее обжарка, тем меньше кофеина. Принцип воздействия кофеина на организм человека заключается в блокировании аденозиновых рецепторов. Присоединяясь к этим рецепторам, кофеин блокирует доступ к ним аденозина. Последний имеет свойство возбуждать рецепторы, что приводит к торможению нервной системы. Воздействие аденозина на рецепторы необходимо для регулирования состояния сна. И без такого воздействия нервная система продолжает находиться в возбужденном состоянии. В среднем в чашечке кофе содержится от 160 до 330 миллиграмм кофеина. 300 миллиграмм считается нормальной суточной дозой, которая способен адсорбировать организм человека. Увеличение дозы не оказывает ощутимого стимулирующего эффекта на организм. Бодрящее воздействие можно проследить и во влиянии на отдельные функции и системы организма. Узнавайте ответы на интересные вопросы вместе с Тобол-Тане. Спасибо большое нашему коллеге за прекрасную, а главное, полезную информацию. Уважаемые телезрители, помните ли вы высказывание «Не пора ли нам немного подкрепиться?» Конечно, пора. Это высказывание из прекрасного и всеми нами любимого мультика «Винни-Пух». А прямо сейчас, я надеюсь, что вы уже все проснулись, хорошенько подтянулись и, думаю, отправитесь на кухню, чтобы приготовить себе любимому что-нибудь вкусненькое, но чтобы вам было более веселее, прямо сейчас для вас звучит музыкальная композиция. Осылай бір ән басын.
утро еще раз, дорогие друзья. Спасибо вам за то, что встречаете это прекрасное, замечательное солнечное утро вместе с нами, вместе с телеканалом Костанай. Прямо сейчас, после музыкальной композиции, в нашей студии появятся гости. Очень интересные гости, позитивные, веселые, будет очень интересно. Не переключайтесь, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И это означает, что вы можете задавать им свои вопросы по номеру 54-39-04. Также я напоминаю, что можете писать и задавать вопросы по номеру WhatsApp 8-707-233-71-73. Мы ждем ваших звонков и сообщений. Бәрекелді, Диас айтып өткендей, дәл қазір шағын ғана әуезді әннен кейін біз керемет бүгінгі студиямыздың қонақтарымызмен танысатын боламыз. Шағын ғана сіздерге ақпарат, ол сіздер өте көңілді, әзілге жақын жандар, сондықтан шынайы күлкіге, шынайы көңілкіге бөлінгілеріңіз келсе, міндетті түрде бізбен болыңыздар. Тікелей эфир номері 54-39-04. Осы номерге хабарласып, сұрақтарыңызды да қойсаңыздар болады. Ал біз әзірше әуезді әнге кезек берейік. Сәлден соң қайта жолығамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Yeah.
Дорогие телезрители, как мы и обещали, сегодня у нас в гостях позитивные, веселые ребята, которых представит мой соведущий. Бәрекелді дұрыс айттың дес. Бұл жігіттердің көңіл күйлеріңізді көтеретіне 100% сендім. Себебі бүгін бізде қонақта республикалық Жайдарман жоғары лигасының финалистері Әзілкеш, біздің достарымыз. Өздеріңіз танып та отырған шығасыздар. Рудный құрамасы Қазыбек Нұрғожин, Дулат Серікбай. Хош келіңдер, жігіттер. Добро пожаловать. Доброе утро. Қалай көңіл күйлерің, қалай? Күшті өте, жақсы. Ерте оятып алған жоқпыз ба? Жоқ, көңіл күй. Ең бастысы көңіл күйлеріңіз керемет болса болды. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңе рахмет. Жалпы енді бүгінгі біздің сұхбаттың барысы өздеріңе етене жақын Жайдарман тақырыбында, әзіл тақырыбында болмақ. Жалпы енді әңгімемізге тұздық болсын. Әңгімені әріден бастап, Жайдарман деген әлемге қалай жеттіңдер, қалай келдіңдер, осы жайлы бір-екі ауыз таныстыра кетсеңдер, айта кетсеңдер. Әңгіме мен приправа болсын енді. Мен Жайдарманға осы жас кезімнен бастап ойнадым, өзіме ұнады. Мектеп оқып жүрген кезде 7-ші класынан бастап ойнадым. Еще біз театр ашқанбыз деп. Жас кезде біраз нәрсе көрдік. И потом осы универге Рудныйға түскелі, мен осы балдардың көзіне көріндім, Қазбектердің көзіне. Потом мен Рудный құрамасын шақырды. Ойнайсың ба бізбен деп. Жарайды дедім. Содан басталды история. Сіздікі? Қазеке. Жиырмасыншы ғасыр. Біз енді 2011 жылдан бастап, сол мектеп кезден бастап ойнаймыз Қостанай. Қостанай қаласында, арқалықта, осы облыста ойнап бастады ғой 11 жылдан бастап. Енді жалпы премьер лигаға осы телевизионный лига дейді ғой, соған жеткеніміз осы 19 жылы ғана жеткен екенбіз премьер лигаға. Содан бері 2 жыл болды қазір, биыл 3-ші жылға кетіп барады уже. Алдыңғы жылы дұрыстап таныстырмаңыздар сіздер негізі. Алдыңғы жылы жоғары лиганың республикалық Қазақстан бойынша республикалық жоғары лиганың 3-ші орын иегері атандық. Әзірге жеткен қатты бір жақсы жетістігіміз осы болып тұр енді. Ой, бәрекелді. Знаете, смотришь на вас и хочется смеяться. Такие позитивные ребята. В каждом вашем слове, наверное, позитив. Наверное, даже не хотите шутить, а по-другому не получается. Бывает такое? Мы не можем петь, короче. Бывает, не можем. Только шутка. Вы, наверное, уже популярные личности. Я думаю, не только в городе Рудный, Костанай, но по всей республике и далеко за ее пределами. Я сам Костанай номер 3. Это первый дуэт. Жазықпайлы, как? Бро. Потом Мейірімхан, это суперстар. И третий я. Бәрекелді, керемет. Шынмен де, әзілге жақын жігіттер екен көрініп отыр. Енді жаңа айтып кеттіңдер ғой. Мектептен бастадық, Рудныйға келдік. Менің білуімше енді Рудныйдан керемет-керемет командалар шықты ол енді. Ри қырандары, Ри құрамасы. Соның барлығын жиып келіп, Рудный құрамасы деген жақсы топ ашылды. Инстаграм қолданушыларының барлығы білет, сіздердің әзілдерің кез келген парақшада 1 минут, 30 секундтан пайда болып шығып жүргені, енді бұл дейтін көрерменнің ыстық ықыласы деп білем. Жалпы енді Рудный құрамасы деген команда жайлы айтып беріңдер. Кім бар оның ішінде, кім капитан, бәрі қазір кімге? Рудный құрамасының
енді ағасы дейді ғой, андай ең үлкені өзім бастап осыны команданы бастап құрып ары қарай осы жетелеген басында ғой. Одан кейін бал командадағы балалар ары қарай бірге тіл табысып алып кеттік енді. Енді командамызда Дулат, одан кейін қазір олар үйлерінде енді келе алмай қалды. Абзал деген бала бар, Береке деген бала бар, Бекжан, сосын Медеу дейтін бала бар. Сосын әуенмен әрлеуші біздің Батыр деген бала бар. Қазір өзгерді ол. Қазіргі қазір енді Қасымхан дейтін бала, қазір енді білмеймін, қазір бостыр ол орын. Вакансиялар бар. Жалпы осы команда 2018 жылы құрылған, осы құрам болып, оның ең алғашқы ойыны Қостанай қаласында, Қостанай қаласының әкімінің кубогінде алғаш рет ойналдық осы бір. Сол сәттен бастап осы команда құралып, биыл осы командаға 3 жыл болды. Ой, бәрекелді. Менің білуімше, негізі Рудный құрамасының ойнау стилі бөлек әңгімеді. Жизнь. Ол стиль қалай пайда болды? Арнай ойластырылған ба, әлде аяғасынан шығып кеткен ба, әлде сіздердің араларыңның біреуінің ойы ма? Жалпы қалай пайда болды? Өйткені бұл стильді көрген адам, білетін адам түсінеді де. Осы қалай шықты? Өзіңіз айтып берсеңіз. Дулат мырза. Если я так говорю, да, бізде, короче, автормен жұмыс болады. Авторымыз бар өзіміз жеке. Ол танис қой сіздер. Қасиет кәрім дейміз. Сол кісімен жұмыс болады. Сол бір дайындықтардың бірінде өзі жайлап постепенно келді. Біз 2019 жылы ең алғашқы маусым ашады көрсеңіздер, біз классикалық түрде ойнаймыз. И 1-8 премьер лиганың 1-8 ойындарынан бастап уже бағанағы өзіміздің текста ой команда болып бастаймыз. И потом қазір там на пике тұр қой. Бұл стилі жалпы теңеу дейді ғой. Теңеп бірдеңеге өзімізді теңейміз да. Ол кейбір кезде адамның негізі көбінесе андай қылықтары болады, бір жаман қылықтары дейді адамның, сондай бір қылықтарын алып аламыз, адамның іс-әрекеттерін алып аламыз, соған команданы сахнада соған теңейміз да, сондай адамдарымыз деп. Сондай стиль қалыптасты, енді ол бірте-бірте жүре келе қалыптасты ғой, бірден ондай стильде ойнап кеткен жоқпыз оны. Ақырын-ақырын сол ақырын-ақырын келді сол стиль. Ақырын-ақырын мен сөйлемей бастадым. Только стойко болып тұрдым. Басында сөйлеп бастаған едім. Классикше ойнағанды сөйлейді. Әзіл ойнаған ғой. Одан кейін бір жерде тұрғаннан кейін сөйлемей бастадым. Үлкендер сөйлесін деді. Все-таки вот Джайдерман, это аналог игры КВН или это что-то новое? Есть какие-то отличия, может быть? Это похоже? Похоже, да? Копируете? Я думаю, в Казахстане у нас никакие шоу не копируют. Не копируют. Не копируют, я тоже так подумал. Мы это переводим на казахский. Редко если казахский шоу переводим. Просто казахского что-то. Жо, бұл жерде ешқандай не болмайды, андай жалпы көшірме деген жоқ. Бұл тек КВН деген келген, Жайдарманға ауыстырып қазақша КВН, қазақша КВН Жайдарман. Ал бұлай ішіндегі әзілдері, жалпы сахнадағы қойылымдары ешқашан ондай көшірілмейді. Ол редакторлық жұмыстан өтеді алдын ала, ешқандай әзіл ешқандай жерден алынбайды. Әзілдер андай болса да, Москвада болған жағдайды. Наверное, тяжело быть такими людьми, как вы. То есть постоянный распорядок дня очень напряженный. Постоянно нужно быть на позитиве. Но бывают же моменты, когда все очень плохо, хочется расплакаться, или у вас такого не бывает? Когда девушка бросает на бывает, да? Может быть, поделитесь с нашими телезрителями своим распорядком дня. Думаю, будет очень интересно. Когда все успеваете? Айтсы болады. Мен өзім студентпін еще, осы жыл 4-ші курс оқимын. Өзім өмірін жайлы айтайын. Өзім өмірім дым қызық емес. Сен айтайын. Общагада тұрамын бірігі. И типа КВН болады, и мы там собираемся. КВН болады деген олар жиналамыз. Напряженность кәдімгідей болады. Только там түнмен ұйықтамайсың деген сияқты. Жазасың, әзіл жазасың. Оны қайталайсың, репетиция. Отдушина некая, да? Иә, короче. Ал этот КВН емес кезде, КВН емес кезде, и там много свободного времени. Сабақ оқисың. Сабақ оқимыз, да. Сейчас дипломную работу делаю. Ой, бәрекелді. Я сам делаю у них.
Қазбек, өзің күнің қалай өтеді жалпы, таңнан бастап? Жалпы. Жайдарманшының бір күні деген сұраққа жауап берегетші. Жайдарманшының бір күні, енді әр күні әр түрлі ол. Егер дайындық кезіндегі күнді алатын болсақ, таңертең ерте тұрасың, 9 кезінде тұрасың. Командадағы барлығын оятасың. Олардың әр біреу еші жуынғанын күтесің, жуынып оған күтесің. Бір сағат кетеді оған. Одан кейін... Завтра дайындайсың. Таңғы ас дайындайсың, шай қоясың, шай ішесің. Сонымен тағы бір сағат кетеді. Одан кейін енді әзіл жазуға отырасың. Әзіл жазып отырасың бір 3 сағат, кемінде 3 сағат таңертең. Сол 3 сағат, 2 сағат сонда жібересің. Одан кейін түскі ас ішіп алғаннан кейін. Кейде бізде болады, әзіл жазып болғаннан кейін далаға шығып, таза ауамен жүріп демалып келу. Болмаса жаз кезінде бізде бәріміз ұлдарымыз командада, ұлдар болғасын турникке барып тартылып келеміз. Турникке тартылып өзіміздің жаңағы бой сергітті. Төбелесе аламыз деген сияқты. Сонымен қайтадан келіп жазамыз. И кешкі ас ішеміз, сонымен түнгі бір 3-ке дейін жазамыз ғой негізі. Кейде болады. 4-5 кейін жазып кетемін. Ол кезде енді үлгірмей атсақ сондай 4-5 кейін жазып кетеміз. Ойын кезіндегі? Ол ойын кезіндегі біздің күн түзбеміз ғой. Когда мы Астанаға барып жүрміз. Вот вы еще учитесь в университете. Ваши родные и близкие преподаватели университета. А как отреагировали на то, что вот вы сказали, я буду, если я вас не обижу, если скажу жайдарманчиком, можно так говорить? Да. КВНчик же, жайдарманчик нормально, да? Все хорошо. Как отреагировали на это? Устраивает ли это ваше хобби, увлечение? Да, устраивает. Но это мама говорит, меня все время не это просто массовку, да, я? Стулья выношу, заношу, да. Стулья тоже не дают. Даже не дают. Только сам стою. Просто микрофон нет у меня. И вот так стою, все. Сайт это, да, но муалимдерің рызы болады. Да, муалимдер, да. Вахтерша апайлар, о, молодец. Вчера тебя видели, ой. Хорошо, хорошо, да, правда. Звездная болезнь уже начинается, то есть, да? Нет, нет. Нет, еще нет. Это, харапаймандар. Как был простым, так и останусь. Да, простой. Простой он. Как у нас, потому что массовка, да, ты ой, найда. Простой адамдар болады. Простой адамдар болады, ой, ал түсіндірсеге. Ханикин ауыр жан көтеріп қалады. Иә, әзілдерің осындай бағытта өрбеді, адамның қарапайым өмірін алып, оның мінезін алып, солай сипаттау арқылы керемет әзілдер шығып жатыр, иә. Оны барлығымыз біліп көріп жүрміз. Енді көрмегендер болса, міндетті түрде YouTube-қа Рудный құрамасы деп терсеңіздер, неше түрлі видеолар шығады, неше түрлі ойындар шығады, міндетті түрде бір қарап алыңыздар деген келеді. Қызыл костюм деген көрінді, басқасын бір көріп. Жігіттер, әрі қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Негізі, сендер енді тек қана облыс көлемінде емес, сонымен қатар жоғарғы лигада Астанада ойнайсыңдар. Одан бөлек жалпы ойындарға шығып тұру, жұмысқа байланысты, оқуға байланысты кедергілер келтірмеймін, себебі Қазақстанның түкпір-түкпірін аралайтындарыңа мен өз басым сенімдім. Осы жерде қалай келесің? Так, біз негізі жоғары лигада ғана ойнап, жоғары лига енді Нұрсұлтан қаласында, Нұрсұлтан қаласына баруға енді міндетімізді ол баруымыз керек. Одан бөлек енді басқа қалалардың әкімінің клубтары болады. Мысалы, біз былтыр осы Астана Нұрсұлтан қаласында жүріп, одан кейін Орал қаласының әкімінің клубіне шақырды бізді. Енді қаншама болды, енді тығыз не болады, андай кейбір балалар бара алмайды, кейбірі барады, сонымен 3-4 бала болып жиналсақ та сол Орал қаласына барып, әкім клубіне барып, екінші орын алып қайтқанбыз. Енді негізі шақырса, баруға болады, барғымыз келеді. Әсіресе Семей қаласына көп барғымыз келеді, сол жақтың... Алтын сырғана. Жақсы, түсінікті. Негізі жайдарманшының өмірі дейтін қызыққа толы екенін. Негізі қызық, иә. Бәріміз білеміз. Сөздеріңіз, ауыздарыңызда, жігіттер. Сәл ғана үзіліске кезек беріп алайық, содан кейін керемет сұхбатымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Прерваться, честно говорю, на паузу не хочется, но у нас такие правила. Разговаривал бы с вами, не разговаривал, дорогие друзья. Прямо сейчас рубрика «Лайфхак» у нас сразу после мы продолжим.
Всем привет, друзья! С вами рубрика «Лайфхак». Итак, поехали! Апельсиновые дольки, как же это вкусно звучит. Разрезаем апельсин пополам, отжимаем апельсиновый сок и удаляем оставшуюся мякоть. Разводим желе по инструкции. Аккуратно разливаем по половинкам кожуры, даем застыть и разрезаем на дольки. Используя желе разных вкусов и цветов, ты устроишь на столе красивую апельсиновую радугу. Такое желе можно и нужно есть руками. Осталось немного чипсов на потом. Запечатаю упаковку, чтобы картофельные крошки не рассыпались в сумке. Разглаживаем пачку, избавляясь от лишнего воздуха. Сворачиваем пакетик. Изгибаем углы, разворачиваем серединку наружу. Можно проверить надежность упаковки. Просто переверни пачку и убедись. Почистить спелый киви ножом задача не из легких, но мы готовы поделиться с вами этим лайфхаком. Разрезаем киви пополам, вместо обычного ножа пользуемся стаканом, плавно проводим половинкой фрукта по краешку стекла и готово. В стакане остается сочная кожица киви, самое время для фруктового салата. На этом все, друзья, с вами была рубрика «Лайфхак». До новых встреч! Бәрекелді, сәл ғана өзілістен кейін біз бағдарламызды әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті достар, естеріңізге сала кетейін. Бүгін бізде қонақта Рудный құрамасы Жайдарман тобының белді мүшелері Қазыбек және де Дулат. Сұхбат өте көңілді өріп жатыр, жігіттер. Да, очень веселая, позитивная беседа, дорогие друзья. Я напоминаю, что вы можете задавать нашим прекрасным гостям свои вопросы по номеру 54-39-04, а также по номеру WhatsApp 8-707-233-71-73. Мы продолжаем. Келді. Енді жаңа Жайдарман төңірегінде әңгімемізді бастадық. Қазір Жайдарманда не жаңалық? Осындай сұрақ. Қазір Жайдарманда норм деп. Қазір Жайдарман жаңа бір арнаға басқа арнаға айта беруге болса. Басқа бір арнаға ауысты. Бұрын Жайдарманды Қазақстан ұлттық арнасынан көрсететін, қазір 7-ші арнаға ауысып, осы бүгіннен бастап, бүгін сағат 18.45-те 7-ші арнада Жайдарманның жаңа бір жобасы жарыққа шығатын болады. Ол Жайдарман Кап деген үлкен бір жоба. Оның жобаға 24 команда, қателеспесем, сондай команда қатысты. Түкпірінен сол жобаға да біз қатысып келдік. Жобаға бірінші орын алған командаға 5 миллион теңге бөлінді. Келесі жолы одан да көп бөлінеді деп айтамын деп қояды. Тәп-тәп проект. Вот сол. Сен осы туралы не айтасың? Сол Жайдарман Кап біз Рудный құрамасы ойнадық. Және де мен командада сөйлемейтін болғаннан кейін там уже сұхбат бэкстейдж деген. Я за это отвечаю. Я там бэкстейджщик бол. Жайдарманчик теперь. Это типа такое қызық болды өте Жайдарман Кап. Бүгін жіберіп алыңыздар, көріңіздер, 7-те сағат. Ол кезде қызып негізі мындай ғой. Бұрын Жайдарманды тек сахнадағы қызықтарды ғана көрсететін. Ал бұл қазір бұл жобада сахнаның сыртындағы қызықтарды да көрсетеді. Мысалы сахнада өнер көрсетіп боласың. Одан кейін бұрын әділ қазылар тек ойынның соңында ғана өзінің ойын білдіретін. Ал қазір ойнап боласың, ойнап болғаннан кейін сол сәтте сол сахнада тұрып саған қазылар алқасы өзінің ойын айтады. Бүгін жақсы ойнадың, жаман ойнадың деп, сенің алдыңда жақсы ойнайтының қазір бірден айтады. Иә, бірден айтып сайды. Одан кейін бал қоймайды, бірақ бірден өзінің ойын айтады. Одан кейін сол жерде олар айтып болғаннан кейін сахнаның сыртына барасың, сахнаның сыртында закулисы сахнаның сыртында жүргізушілер тұрады. Ол жүргізушілер ол жер болмаған бұрын Жайдарманда. Қазір сол проектте сол жер бэкстейдж деп атайды да. Бэкстейдж сол жерде түсіріп біздің ол жердегі жүргізушілер бізден саған әділ қазылардың ойы ұнаған жоқ па, или келісесің бе сол оймен, келіспейсің бе деп сұрап алады. Сол кезде айтып кетуге болатын мысалы жоқ, келіспейміз, ол кісілер өтірік айтады. Бұрынғыдай іштей сақтап жүрмейсің. Бұрынғыдай іштей сақтап жүрмейсің, сол жерде айтып кетесің. Хайп үшін айтсаң да болады. Әттең боқтаймай деген. Кейін ойынға әсері тимей ма, кері әсері? Кейін әсері тимей, өйткені ол жерде барлығын 10 күн, мысалы 10 күнде түсіріп тастайды. И оны
көрсеттек бір екі айдан кейін, үш айдан кейін ғана көре алады олар. Әйтпесе айтпаса ондай. Такой вопрос вам. Жайдарманщикам нужно родиться или же у нас где-то готовят таких позитивных людей? Дулат Тансрова говорит. Жайдарманщиком становится. Становится, да? Жайдарманщиком не рождается. И бывших тоже не бывает. Бывших. Не бывает. Русский плохо его говорит. Жайдарманша, негізі, жайдарманды бала кезден жақсы көріп, мектеп кезден ойнаған адам, ол жақсы көріп қолады, и оны қой алмайды. Бір дәрежеге жеткенше, соны ойнағысы келеді. Ал кейбір кезде университетке түскесін бар бастағандар да болады негізі. Ол бастаса, ол бірте-бірте үйренісе бастайды жаңағы. Әзіл жазуға оның ішіне кіріп алады, и оның системасын түсініп алады, и оның ары қарай өсе береді, оны біле береді, біле береді, и ол білген сайын өсе береді сол. Каждый командада определенный бір бала болады, жайдарман жақсы көретін, сонау до конца барғысы келетін бала болады. Сол мен болады. А как называется ваша команда? Рудный құрамасы. Сборная құрамасы. Вот вы путешествуете по разным городам, наверное, Казахстана и не только, за его пределы тоже выезжаете. Бывало ли такое, что вас люди узнают и показывают пальцы, вот это вот Рудная команда Рудного, Рудная Хромоса идут? Такая смешная шутка не была вчера, смотрели по телевизору, не было такого? Бывает. Танима? Танидо, но Казахстан ішінде. Казахстан ішінде, внутри Казахстана. Бывало. Узнают, то есть люди популярные уже. Танит, Казахстан ішінде. Енді бұл, біз эфирге шыққанымызға уже 2,5 жыл, 3 жыл кетіп баратыр. Тва-тва, қазір танып, көріп, даже фотоға түсетіндер де болды. Ой, қазір бізбен де фотоға түсіп кеттіңдер жігіттер, е? Мен де ондай болмайды. Біз де инстаграмымызға салып қояйық, мақтанып қояйық. Біз айтып қалмасы келді деп, әлбетте. Және сыртқа, енді мен өзім, жалпы жайдарман ойнап, одан кейін 2019-18 жылы Ресей қаласына, Россияға ойнағанбыз. Ол алдымен біздің команда осы Сочиге барған, Сочиден жолдама алып, орталық лигаға жолдама алған. Орталық лига Челябинск қаласында болған. Челябинск қаласында бір жыл мен ойнап шықтым, сол бір жыл финалға дейін бардық. Но финалда жоғары лиганың, ожақтың жоғары лиганың командалары кеп ойнағасын, бізде ондай бір жақ жыл опыт қана болды. Сосын біз сәл финалда, орталық лиганың финалында сәл шанс болмады. Паспорттарым келмеді. Паспорттарым келмей қалды. Жайдар машиналарын тілмен айтқанда паспорттарым келмей тұр ғой. Жігіттер, керемет сұхбат, көңілді сұхбат. Дулат, саған рахмет әсіресе. Енді еще один вопрос можно? Аха, әжетте. Хочу стать жайдарманщиком, например. Хочу шутить. Хочу попасть к вам в команду. Куда нужно писать, в какие двери стучаться? У вас уже возраст большой. Можно, можно? Можно, да? Менее тамада волос, все. Самый низкий уровень. То есть возьмете? Уже по блату, да? Нормально. Потом. Жайдарманға келу үшін, жайдарман ойнау үшін не істесе болады? Және де осы біздің облыстағы жайдарманның деңгейіне қандай баға бересіңдер? Облыстағы жайдарман бұрын осы 2017-18 кезінде сәл түсіп бастаған. Қазір енді қайтадан жас буын алмасу болады да, қазір не сайын. Сол буын алмасу өтіп, бізде енді ғана осы әдемі нелер келді. Мектепте оқитын жастар, келіп, қазір енді облыстағы жайдарманның дәрежесі жоғарылап отыр. Одан кейін бізде, мысалы, облыста 2019 жылы чемпион болдық, 2020 жылы чемпион болдық. Енді оны бітіріп, қазір біз облысқа мектеп командаларын дайындап, Дулат бар, мен бар, жаңа командаға басқа балалар бар. Енді өзіміз тек Нұрсұлтан қаласына барып ойнаймыз, одан бөлек осы жақтағы балаларды дайындап, өзімізден артқы поколение тастап, дайындап кетуге жұмыс жасап жатыр. Ал жайдарманшы болу үшін, сіздің сұрағыңызды, жайдарманшы болу үшін, главный желание керек деп ойлаймын. Сен желаниең болмаса, сенде қанша спонсор болсын, қанша сенде талант болсын, желаниең болмаса, ол сенен ештеңе шықпайды. Главный желание керек, и все будет.
Кстати, раз заговорили про спонсорство, на какие-то же средства нужно выезжать за пределы города, участвовать где-то? Кто вам помогает в этом? Скажи. Я в этом фильме главный актер, да, я сценарист, я режиссер. Так, бізге көмектесетін жалпы, енді 100% көмектесет деп айта алмаймын, но сәл болса да көмегін береді. Бізде Рудный қаласының әкімшілігі көмектесуге, сәл көмектесуге дайын енді алдына. Бірақ 100% деп айтпаймын, бір 30%, 40% кейде болады, кейде болмайды деген сияқты. Енді осы алғаш бастаған кезде бізге ең бірінші көмегі ол каждыйымызға, әрқайсымызға костюм тігіп берді. Костюм салуар, оның біреуі 45 мың теңге тұрады. Ой, бәрекелді. Бірақ қалтасы шықпын деген. Сол, содан басқа көмектесіп жатыр енді қолдан келгенше, бірақ біз Қостанайдың осы облыстың намысын қорғап жүргесін, біз әлі де спонсор іздейміз. Ойды. Оқты. Егер де бізге қолдау көрсетсеңіздер, бізде сіздерге жарнама арқылы сіздің де мысалы бизнесіңізді дамытамыз деген ойдамыз. Гиф ойнатып кеттің. Бәрекелді жігіттер, жалпы керемет сұхбат үшін, көңілді сұхбат үшін, осылай енді таңымызды позитивпен атырғандарың үшін сендерге көп рахмет. Сонау Рудныйдан ат терлетіп, ат терлетіп дегенде енді көлікпен келіңдер ғой, не кетіп. Большое спасибо. Үлкен рахметімізді білдіреміз. Мен де посетили нашу студию, было приятно действительно с вами пообщаться. Пожелания несколько. Запишите сюда, пожалуйста, это книга наших пожеланий. Ага. Ну а для начала несколько слов нашим дорогим телезрителям на камеру. Негізі күндеріңіз сәтті өтсін, әрқашанда позитивте болыңыздар, және де ұмытпаңыздар, жайдарманды көріңіздер, әрқашан біздің команды көріп жүріңіздер, және де бүгін ұмытпаңыздар 7-ші арнада 18:45-те жайдарман кап жібер болыңыздар, біз шығамыз. Қазыбекке қосыламын. Бәрекелді жігіттер. Спасибо большое, ребят, еще раз. Действительно, спасибо вам большое за то, что несете позитив в дома всех казахстанцев. Я думаю, что благодаря вам, благодаря людям таким, как вы, наша жизнь становится более ярче, прекраснее, и никакой ковид нам не помеха. Ой, бәрекелді. Алар шындарың көп болсын, жігіттер. Енді әр жайдарманшының арманы шығар, жоғарғы лиганың чемпиондығын тілейм. Бар болыңдар, жігіттерге сәлем. Әумин. Дорогие друзья, прямо сейчас мы прервемся с вами на короткую паузу, но сразу после продолжим.
Қайырлытан, құрметті достар, арнада Тобылтан бағдарламасы. Біз бағдарламызды әр қарай жалғастырамыз. Көтеріңкі көңілке сыйлаған жігіттерге рахмет. Ал енді дәл қазір тәтті сұхбаттың кезегі келді. Қонағызбен Диас өзін таныстыра кетсең. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, наверное, самый популярный кондитер города Костанай. Асима, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Как добрались к нам? Настроение отличное. Все отлично. Добрались, да. Ну, в самом начале я просто, наверное, обязан вас поздравить с наступающим Международным женским днем. Желаю вам всегда оставаться такой же прекрасной, милой, восхитительной дамой. Спасибо большое. Расскажите о себе немного, чем занимаетесь? Меня зовут Асима, мне 28 лет. Я занимаюсь вот кондитерским делом, сладким своим бизнесом. Уже 5 лет занимаюсь. 5 лет? Такой да. Большой стоп. Да. Не надоело еще? Нет. Хочется все больше, усовершенствовать свои навыки. Да, да. Были ли моменты, когда хотелось все-таки все бросить и сказать, вот этот торт, допустим, 5 дней делаю, я не получается он у меня. Все, не буду больше этим заниматься кондитерством. Нет, не такого, было такого не было. Трудности никогда не возникали? Трудности бывали, но я работаю одна, когда слишком много загруженности. Ну, потом, когда все, раздашь все заказы, получаешь отзывы, то больше вдохновляешься и дальше идешь работать. Работаете на дому? Да. Одна? Угу. А какое-то специальное образование получали или же это как хобби изначально было? Да, как хобби изначально было. Специальное образование не получала, но я обучалась в Астане, в Алмате проходила мастер-классы. Здесь у нас в городе 3 раза прошла мастер-классы. И, насколько мне известно, сейчас вы сами даете мастер-классы? Да. Ой. Великолепно. И как это проходит? Вам это нравится? В каком формате? Расскажите нам поподробнее. Да, я почти каждую неделю провожу по выходным. Будни у меня заказы. То есть пользуется популярностью? Да. Угу. Большое количество людей собирается? Да. Это большое количество людей, как бы из-за, как по всей области, как бы все знают, что мастер-классы эффективные, угу. Сарафанное радио работают, многие девочки приезжают, собираются группы всегда. Еще мест не хватает другим девочкам. Я как бы выкладываюсь полностью на мастер-классе, 100% все-все объясню, как бы доступно, по-любому получится. И девочка 12 лет придет, у нее получается, и взрослые женщины приходят, которые никогда не пекли. После 50 лет даже они прям загораются, начинают печь на заказ, тоже прям им это нравится. А джигиттер келема? Қыздар деп отыз? Да. Диас екеумізге барған. Мы к вам придем обязательно, если скажете, что да. Да, один раз у меня был. Вот за все время, сколько я обучила, большое количество людей. Мальчик один был, мальчик Бибарыс. Вот он тоже на заказ пекет. У него тоже есть инстаграм-страничка. Все, ждите нас с Бахджаном. Надеюсь, скидку он нам сделает за обучение. А как рекламируете свой товар? Ну, большое спасибо, конечно, Инстаграму. В основном все через Инстаграм идет. И я занимаюсь же еще организацией чайных столов, накрываю чайные столы, да, там большое количество гостей, да, 200-150. И вот люди там пробуют, потом мне пишут, звонят, говорят, мы попробовали там, вот тоже хотим вот так вот. Негізі осы іске деген қызығушылық қайдан пайда болды? Бұл хобби ретінде басталдым, әлде біреуден көріп істедіңіз ба? Қалай келдіңіз осы кондитерлік іске? Я когда вышла в декрет, я знала, что я чем-то буду заниматься, но даже не представляла, что буду печь тортики. Я обучилась, курсы прошла по наращиванию ресниц. Оказалось, это не мое. Не понравилось вообще. Как все почти. Да. А потом проверенная схема у нас. Тортики вообще как бы... Я в социальной сети «Одноклассники» же есть. Да. Там увидела сначала. Пекут девочки простые торты такие, медовики, кучерявые. Я думаю, ну я тоже такие могу печь. Почему я не смогу такое печь, конечно. И начала вот. Потихоньку, потом уже сейчас со сложным оформлением, такие всякие красивые тортики. Получаете ли вы удовольствие от вашей работы и много ли времени она у вас отнимает? Да, удовольствие я получаю. Мне нравится выравнивать торты, оформлять, детские такие яркие тортики. Время все у меня отнимает. Все время, мое время на работе. Да.
Но главное, что вы получаете от этого удовольствие. И, наверное, не замечаете, что проходит очень много времени. Как относятся ваши родные, близкие к вашему увлечению? В частности, меня интересует, как относится все-таки ваш муж к этому увлечению. Потому что я знаю, что не все мужья одобряют такие увлечения своих жен. Муж меня поддерживает, он мне помогает. Всегда я говорю, что мы накрываем чайный стол. Это я имею в виду себя и мужа. Потому что он мне помогает собирать посуду. Мы еще сдаем в аренду посуду. Такую красивую. Она у меня есть в Инстаграме на странице. Золотая такая, в золотом стиле посуда. Она у нас в Кустанае вроде одна, больше никто не сдает такую посуду. И вот он мне помогает ее собирать, разбирать. И с его помощью, конечно, и с его поддержки. Много для меня значит. Меню у вас разнообразное. То есть вы пекете не только тортики, но и какие-то всевозможные капкейки, верно? Да. Порционные десерты, трайфлы в стаканчиках сейчас популярные. Пироги всякие, рулеты, меренговые, вот такой вот. Что пользуется популярностью все-таки вот в преддверии 8 марта, наверное, возьмем эту тему? Вот 8 марта, да, торт цифра 8. Цифра 8? Да. Так как у меня 7 марта мастер-класс, на 8 марта в этом году я решила отдохнуть. А всегда, каждый год, прям много восьмерок я пекла. Ну, как бы, все хотят порадовать своих родных бабушек, мам, подруг. Даже с других городов звонят, с других стран заказывают. И мы не делаем бояться доставку у вас, всегда. У вас уже авторитет на да, работу. Да, мы делаем доставку, как бы еще открытку туда положим. Вот. Можно сделать и не только цифры восьмерки, и капкейки можно сделать, как работает фантазия. Можно бокс положить, там и капкейки, и безе. Вообще как. Можете назвать нам плюсы и минусы работы кондитера? Плюсы именно кондитера того, что я сама, я считаю, что я сама себе начальник, сама выстраиваю свой график. Плюсов, конечно, очень много. Заработная плата, конечно, намного больше, чем я работала в найм, да. Люблю людям радость доставлять, обратную связь от них получать. Многие клиенты для меня стали как родные, и уже вообще так общаемся, вообще легко. Часть вашей семьи да, уже. Да, 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 я для них, как все праздники, уже знаю. Ну, за это время я наработала уже постоянные клиенты, и вот каждый год вот так вот заказывают уже. Минусов, не знаю, мне кажется, минусов нету. Но для меня, как бы, когда я беру слишком много заказов, конечно, устаю, а так нормально все. Для меня. Сами справляетесь. Да. Сама. Это самое главное. А что все-таки вашему ребенку сколько лет, извиняюсь? Старшему 10, младшему 5. 10 и 5. Когда успеваете, следите за детьми, отправляйте их в школу, готовить им еду, обед, завтрак, ужин. И готовить тортики да. при этом. Да, еще мы живем с родителями. Еще и с родителями живете. Да. Это, то есть вы постоянно на кухне, да, у плиты, у посудомоечной машины, не знаю, у раковины моете посуду, готовите кушать. Когда все успевать? И знаете, приходишь на эфир с утра рано, и потом уже все, хочется спать, ничего не хочется делать. Как вы все успеваете? Не знаю, я все успеваю. Я еще хожу с утра в тренажерный зал 3 раза в неделю. Восхищаюсь такими людьми. С 8 до 10 я схожу в тренажерный зал, потом заряжусь и целый день работаю, как бы успеваю. Для себя я готовлю сейчас худею отдельную еду, для родителей отдельно, дети что-то другое хотят, не хотят, что мы едим. Вот, не знаю. Я люблю шустрых людей. Мне надо сделать все быстро, быстро не люблю, когда медленно. Поэтому, наверное, все и успеваю. Насколько сложно все-таки удержаться в этой сфере кондитеров? То есть нужно же постоянно что-то новое придумывать, готовить, посещать, опять же, мастер-классы, привлекать людей. Да. Потому что вот перед эфиром, когда готовился, зашел в Инстаграм, уйма страничек абсолютно разных, у которых и по 10, и по 20 тысяч подписчиков, не знаю, накрученные или настоящие. Все-таки раскройте ваш секрет успеха. Главное делать все вкусно, из натуральных продуктов, аккуратно. Если у вас все будет так красиво, вкусно, аккуратно, то клиенты по-любому будут возвращаться. Сейчас огромное количество, да, кондитеров. Я сколько в месяц по 40 человек, можно сказать, обучаюсь, и каждую неделю у меня мастер-класс. Но на каждого найдется свой клиент. Я за это не переживаю. У меня как брали торты, заказывают, так и до сих пор заказывают. Девочки, которые с мастер-классов, наоборот, тоже у меня заказывают. Кто-то проходит, обучается, начинает работать, а кто-то для себя пришел, посмотрел, но заказывает у меня. Нет у них времени. А всем большое спасибо за такую прекрасную беседу, но мы не заканчиваем. Обязательно продолжим, дорогие друзья. Прервемся на большую паузу. Рубрика «Психосоветика». До новых встреч.
Приветствую вас, дорогие телезрители, и рубрика «Психосоветика». С вами я, Елена Каримова, практический психолог. Сегодня я хотела бы затронуть одну из актуальных тем на сегодняшний день – это отношения в семье. И есть такое направление в психологии – кинотерапия. И поэтому я приготовила для вас фрагмент из фильма «История о нас», где вы сможете сами увидеть, откуда вы получаете знания о том, как вести себя друг с другом. И то, что мы берем – это берем мы с детства. Как говорится, все мы родом из детства. И первыми нашими учителями, конечно же, являются наши родители. И невозможно им не доверять, так как первыми они являются для нас авторитетами. Если подумать, что нам дала психотерапия? Ну, мы здесь и смеемся над ней. Он прав. А к чему эти разговоры? Что было разбито, то уже не склеить. Королева высказалась. Что? Ничего. Не стоит торопить события. Торопить? О чем? Какой ты? Толк от скандала, если потом не улечься в постель и не сыграть в спрячь солями? Слышишь? Трудности должны сплачивать. Никто не обещал, что будет легко. Трудности должны сплачивать. Никто не обещал, что нам будет легко. Взять хоть сестер Эндрюс. Они потеряли популярность, а потом записали вместе «Яблоневый сад». Вместе всегда. Вспомни сестер Эндрюс и их песню «Яблоневый сад». Сестер Эндрюс? Ну да, не бросили петь в трудные времена, удержались и вошли в историю музыки. Ох, не гуляй в саду весной с кем-то одним. С чего ты вспомнил сестер Эндрюс? Не понимаю. Это просто пример. У детей неприятности, а вы поете. Ой, Доти, иногда надо расслабляться, будет меньше морщин. Я не понимаю, какая связь их певческой карьеры с нашими проблемами. В этом фильме вы можете увидеть, как семейная пара пытается спасти свой брак. И один из вариантов, который я хочу вам предложить, это еще один фрагмент из фильма. И у вас сегодня и именно сейчас есть возможность написать свою новую идеальную историю. У нас общая история, а история не пишется в один день. Знаешь, как в Месопотамии, в Трое. Вообще, в древности города строились на руинах. Но я не хочу строить другой город. Мне нравится этот. Я знаю, где у нас аспирин. Я вижу, в каком настроении ты проснулся, потому какая бровь выше. Ты знаешь, что утром я слегка заторможена. И умеешь подстроиться. В этом танце нужна долгая практика, Бен. Это трудно. Все куда тяжелее, чем я думала. Но хорошего больше, чем плохого, не стоит сдаваться. И не только ради детей, хотя у нас чудесные дети, правда? Господи, ведь это мы их сделали. Только подумайте, этих человечков не было. А теперь они есть, и они подрастают. Я не смогу сказать другому дядьке, у Джоша твой нос. Или помнишь, как Эрин вырвала в Линкольновском мемориале? Я постараюсь не злиться. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами была я, Елена Каримова, и рубрика «Психосоветика». А не было ли каких-то, знаете, возражений со стороны родственников, близких, друзей, знакомых и просто незнакомых вам людей, которые говорили: «Асем, зачем оно тебе надо? Это дело тебе не пойдет, не занимайся этим». Было ли такое? Нет, никогда такого не было. Никогда такого не было. То есть поддержка у вас была постоянная? Да. Всегда родственники, родные всегда меня поддерживают, друзья. Бәрекелді. Осыдан бөлек, негізі енді қазіргі таңда, дәл сіздің салаңызда іскерлер өте көп, шеберлер өте көп. Конкуренция жағы қалай? Сіз одан қорқасыз ба, қорқпайсыз ба? Осы тұрғыда айтып берсеңіз. Конкуренции я не боюсь, потому что я уверена в своем продукте. Я работаю на натуральных продуктах. Как уже говорю, я уже наработала большую клиентскую базу, да, и поэтому вообще мне не страшна конкуренция. Поэтому, дорогие друзья, у Асемы нет конкурентов, запомните это. Да, нам бы вашу, так сказать, уверенность в своем деле, в своих продуктах. Асем, что можете пожелать нашим дорогим телезрителям, ну и нам, Бахаджаном, возможно, сегодня, в принципе, давайте для начала пожелания начинающим кондитерам все-таки. Что им нужно делать? С чего начинать? Хочу пожелать им не бояться. Во-первых, самое главное – это побороть свой страх, начать чем-то заниматься.
делать это с любовью, с душой, аккуратно, красиво. Большое спасибо за то, что посетили нашу студию в это прекрасное раннее солнечное утро. Желаем вам, наверное, никогда не сдаваться, а все-таки заниматься своим любимым делом и стать самой известной женщиной-кондитером в городе Костанай и далеко за его пределами. Аминь. Спасибо большое. Книга пожеланий. Несколько пожеланий нашим дорогим телезрителям сюда и на камеру. Поздравляю всех милых дам с таким замечательным праздником, женским днем. Берегите себя, любите, цените. Чтобы весна принесла всем радость, карантин, чтобы у нас прошел, чтобы мы жили дальше обычной жизнью. Самое главное, всем здоровья. И вам большое спасибо за приглашение. Очень приятно. Вам большое спасибо за то, что посетили нашу студию. То есть, знаете, благодаря таким людям тоже, как вы, наша жизнь с какой-то точки зрения тоже становится более ярче и вкуснее, если так можно выразиться. Я сізге де, сіңізге береке тілейміз, келе жатқан мейрамыңыз құтты болсын. Вот пасын заман денег сталвался. Надеюсь, что в ближайшем будущем увидим вас на этом же месте в качестве гостя. Мы придем на мастер-класс. Да, и скидка обеспечена, да? Все, мы с вами договорились. Тортики только у вас заказываем. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо большое за то, что встретили это прекрасное, замечательное утро вместе с нами, вместе с телеканалом Костанай и программой Тобултана. Мы с Бахжаном желаем вам провести этот день продуктивно, те, кто работают, пойти на работу, и чтобы у вас там было все хорошо, и те, кто лежит еще в своей кроватке, в постели и смотрит нашу прекрасную передачу, отдыхайте и до новых встреч. Бәрекелді, келесі кездескенше, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, таңды тобыл таңымен бастаңыздар.